его обидели? Эта тварь уже пятерых убила! В гробу она видала тропы, просеки, тебя и меня! Это ёбаная тварь из ёбаной чащи! Ребра раздроблены. Сильный он, этот ваш дух. А? А ты кто такой? Геральт, ведьмак. Наемный убийца? Чего ты здесь ищешь? Ищу работу. Тут люди живут порядочные. Нет тебе у нас работы. Ты уверен? Эта тварь агрессивна и очень сильна. Я могу вам помочь за определенную плату. Отличный подход. Делай свое дело, ведьмак. Думаю, мы договоримся. Птицы выклевали внутренности. Вот следы зубов, большой пес или, может, волк. Он всегда так убивает? Только трусов. Для людей с сердцем хищника у него есть достойная смерть. Кто такой этот дух леса? Или что это? Я тебе одно скажу. Это не твое дело. Это обычный хищник. Убивает всякого, кто ступит на его землю. Исчерпывающее описание. Как этот ваш дух выглядит? Его видел кто-нибудь? Из живых никто. Прекрасно. Вы все очень помогли. Вы говорите, что чудище вам мстит. За что это? Наши деды охотились копьем и ножом. Духу леса нравилась такая охота. Он позволял нам жить спокойно, и мы никогда не знали голода. Раньше он тоже убивал. Сколько ребят погибло, стараясь стать охотниками. А теперь все наши охотники сгинули на войне, и бестия стала еще кровожаднее. Мы анкрайты. Мы платим жизнью и кровью за то, за что другие платят золотом. Мы рабы страха, который подкармливают слепые дураки вроде тебя. Это наш лес, и самое время покончить с чудовищем. Ясно. То, что у вас проблемы с чудовищем, я понял. Я только не уверен, что вы хотите ее решить. Хотим. Заходи ко мне. Обсудим цену за голову бестии. Беседы над трупом мне вполне хватило. Теперь я хочу осмотреться и понять, с чем придется. Еще не поздно вернуть старый уклад. Я разберусь, что делать. На всякий случай, начинайте собирать деньги. А топором умеешь махать, а? Следы. Интересно, куда они приведут? Тонкие и глубокие разрезы, словно бритвой. Раздробить кости нужна недюжинная сила. С таким нет смысла мериться мускулами. Точил когти. Или просто метил территорию. Это леший. Самец очень старый. Похоже, он выбрал кого-то в деревне. Скотина!
Вижу, друзей у него было немного. Теперь люди не хотят смотреть на такую смерть. А в былые времена... Помню, когда я был маленьким, Лугас Заячья Губа пошел в набег на нашу деревню. И встретили его тут тишина и туман. Я едва видел моего отца и его братьев. Они за деревьями залегли. Они отлавливали одного воина за другим. А когда окружили Заячью Губу... Ох, лучше бы он встретил духа леса. Ваш дух — это очень старый леший. Он опасен, но, скорее всего, я с ним справлюсь. Справишься, значит? Но это он сделал нас непобедимыми, превратил нас в великих воинов. Может быть, я неясно выразился? Дух леса — чудовище. Если его ударить мечом, он истечет кровью и умрет, как ты или я. Он нечто большее. Благодаря ему леса полны зверей, а наши женщины рожают сильных детей. По милости духа леса мы стали лучшими охотниками на островах. Не каждый мальчик, который должен стать охотником, переживает священный ритуал. Это правда. Но разве ведьмаков делают иначе? Когда мы стояли у дерева, ты сказал, что есть другой способ сдержать лешего. Нужно вернуться на старую тропу. Войти в чаще с ножом и копьем. Провести поединок на равных. И показать, чего мы стоим. Это ему понравится. Наши предки оставили в лесу камень примирения. Они возложили на него дар и тем самым заключили договор. Сделай то же, что и они. Ступай на юг вдоль ручья, пройди испытание духа и принеси ему жертву. Сожги в священном месте волчьи сердца. Я все еще думаю, что делать. Если попробуешь убить духа леса, ты только навлечешь на нас его гнев.